Я хочу поздравить вас всех с наступающим Бетловским Новым годом. Вы знаете, что Рождество Бетлова 9 октября. Но сегодня такой удивительный праздник, когда разные люди из разных краев приехали сюда и собрались из Москвы. Я вот стою справа от меня, слева от вас девушка в белых джинсах. И мне кажется, что, в общем, можно и не играть рок-н-ролл, просто смотреть на нее отсюда. Ради этого одного люди выходят на сцену. Сейчас мы выходим. Девушка, у вас все отлично. Да? Вы уже выступали или будете еще выступать? Окей, сейчас мы сыграем песню, которая называется «Beatles и Rolling Stones». Это русскоязычная песня английского ливерпульского ансамбля «Бриллиант». Жалею ни о чем, хотя такая жизнь скорее сумасшедший дом.